Въехал переулок Зеленый. Въехал переулок Зеленый, вот на своем автомобиле. Приехали сотрудники ГИБДД, оформляют. Так, ну и старается там от дождя его спрятать. Она на самом деле от видеофиксации. Процедура оформления. Продувка. Продувка на месте будет? Предложено будет, конечно. А, будет предложено. Ну, мы постоим, понаблюдаем, как тут все будет оформляться. Ну, а дальше сообщим. Сам же чуть не сбил он меня в этом около дома. Ну, ладно, вперед. Продолжает искать документы. Вот, закрывает. Стесняется. Стеснюля. Где документы? Давай. Я не понял. Чего? Не стесняйся. Не чего стесняйся. Не стесняйся, ты находишься в общественном месте. Берите документ, присаживайтесь. Хватит, блин, уже тысячи. Убери вот это. Тысячи. Хватит, исполняй, давай быстрее документ. Берите документ, присаживайтесь. Не это самое, дольше будет все проходить, чем быстрее, тем, да, тем это. Присоск бюджетный, обожрался на мои деньги и катается. О чем вы говорите? Ну что, не обожрался, нет? Ну, значит, на наркоту сыкнешь. Мое выживаешь на содержание. Какой? Не, вы повторите, никакой я. Небольшая поправка. Выяснилось, что этот гражданин находится на государственной службе. Ростехнадзор, Иртильский район. Сидит, отрицает. Ну, пока ищет понятых. Я сидит, ничего упирается, не ищу. Упирается. Да вы-то понятное дело, что ничего не ищете. Ищут сотрудники полиции, ГИБДД. А вы сейчас будете продуваться, либо отказываться, конечно, либо на наркотики, синтетические, конечно, растительные, да, будете писать, угу, в баночку. Да? Это вы обещаете мне? Унизительная процедура. Вы обещаете мне, что я писаю? Унизительная процедура, согласитесь? Не знаю. Но вы кушаете хлеб мой. Свой? Мой, я налогоплательщик. Я ежемесячно. Тоже налогоплательщик. Какие? Из бюджета в бюджет? Да. Ну тогда ты идиот. Давай на ты не будем. С какой стати? Ты мне в переулке что там нес? Иди сюда. Вот он, я перед тобой. Я вас вообще не видел, гражданин. Я вас вообще не видел. Я вообще вас, гражданин, не видел. То, что вы решили сфальсифицировать что-нибудь. О, еще раз фальсифицировать. Не выговорю. Как не выговорю? Еще скажи, что ты перегрелся от работы. Еще раз, что он отказывается? Не снимайте. От составления? Не снимайте. Отказался, да? Отказался, да. Ну все, значит пьяный. Во сколько? Время. Отказался, друг ваш. Время, во сколько? А вы меня что снимаете? Просто я так. Я что, давал разрешение? Что? А вы на улице стоите. Мало ли что, я на улице стою. Ну и что, я не у вас дома. Да? Да. Часы-то у вас есть? Я не знаю. Ну.